Чип и Дублин. Чип и Дублин. Пизнатый, охуенный. Цветочек, я открою. Так, чат настрою, чат настрою. Не знаю, меня сейчас просто тянет так кофигать. Вот, в принципе-то и вся причина. Причин больше нет. Просто тянет так. Ну, может еще, если все хуево будет, дальше по рейдам, то поиграем в этот 100. Можно еще поиграть, сейчас я скажу в чем. Нашел одну прикольную игру, вроде как. А, вот она. Называется игра Super Normal. Это хоррор, ужастик. Что за ошибка? Это хоррор ужастик, так что страшно будет в него играть, конечно. 3 гигабайта весит. Пока играем, пока идут поиски игр всяких, она будет качаться. Нет, не будет качаться. А то у меня же стрим будет лагать. Как это ты игру не видишь? Все, игру видно. Я прямо сейчас на стриме. Вот, если посмотреть, вот. Видно игру, тут все видно было. Которую я нашел. Вот она. Супер нормал. Вот так она выглядит. Я что думаю, может быть, не ее. Вот так я думаю. Я на паузу поставил, думаю, он будет лагать, наверное. Если я прямо сейчас буду скачивать. Да ты охуенный. Так, сек. Кое-что проверить хочу. Все так. Уже. И вы мои плясают чечетку. Фильтр чата нормально сделан. Все сообщения стоят. Так что не переживай. Да, так-то надо квесты выполнять. Мы сначала сходим. Или с чувака.
Подмогните! Подмогните! Там ЧВКшник? Подмогните! Подмогните! Ну-ка, забайте! Сюда! Трепает меня тут! Прямо, прямо! Вон он, Питер! Прямо смотри! Вон петух побежал! Подмогните! За мной пошли! Чё творишь, чёрт? Плохой день, да? Ах ты жопа! Фотка всё. Свои хвалят! Куда ж валяешь? Где его, пацаны? В офисе, да? Куда лупишь, сыч? Гаси его, пацаны! Куда ж валяешь? Тут никого ничего. Так, всё. Ушел кто-то, кажется. Ах ты жопа! Твои твари! Подмогните! Гаси его, пацаны! Чё творишь, чёрт? Он, видать, ЧВКшника убил и залутовал. Блять. А. Так-то можно было бы его ёбнуть. Раз такое дело. Ай, блядь, вот и никакого нахуй. Пауэрбанк, вазелинчик. Бегаем сюда. О, я думал, этот ящик уже удалили. Так, секундочку, тут кое-что закрыть надо, чтоб не мешалось. Такс. Понял, раз этот ящик залутанный, то я это тоже должен быть. Кроме диких ходит таким оружием, ЧВКшники же не ходят с таким. Макс Базай. Так. Чем мы отсюда забираем? В принципе, только рубли, болты, запчасти, тройничок, вазелинчик. Ну, а, и брелок для ключей. Так-то хлопья. Не, так-то потошки-то заберем. Рюкзак, да. Ну, возьмем очки и маску. Лайнут. Ну, начало дня уже неплохое. Ну, начало дня уже неплохое.
Да нет, говно начало дня, сука. Только сегодня, блядь, проебал уже рейдов. Не проебы. По сути. Так, я собранный уже. Вроде как все взял. Давай-ка в убежище заглянем. Хочу кое-что в медбоке чекнуть. Ну вот, видишь, чтобы сделать хирургический набор, нужна вот такая аптечка автомобильная, медицинские инструменты. А вот эту аптечку автомобильную могу сейчас расходовать хоть вплоть до одной единицы остатка, если оно использовать ее в убежище. Я пиздатый, охуенный. Так. Давай посмотрим, какие игры у нас есть. Давай вот так чекнем. Вот эту я думал еще поиграть. Вот это, кстати, игра нынче популярная стала. То есть на Твиче. Ее сейчас смотрят. А на втором месте 400 тысяч человек ее смотрят. Вообще в душе не ебу, что это за игра, нахуй. Power World, это вроде что-то про покемонов, короче. Как я понял. Что с покемонами связано? Покемоны с калашами. Что-то мега непонятное. Так. И стримы вот самые популярные, 31 тысяча человек смотрит. Die können wir später vielleicht. Ja, wir können die nicht verschieben, aber wir müssen eine neue bauen und umsortieren halt, ne? So ist es halt. Schön, nicht понятно. So, warte. Fräulein! Ja, Fräulein, guck mal, was zu tun. Und hat auch einen eigenen kleinen Hammer, guck mal. Bims, 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 bims. Oh! Fräulein. Bims, 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 bims. Так, тут вообще не надо видеть. Даже близко. Вот это я хотел поиграть в игру. О. Так, с этой я где? Даже напоминает этот факторы какой-то. Только эти факторы все было оптимизировано. То здесь не особо. Здесь тоже. Сверху кто-то есть.
Слышал, сейчас чел пробегал. Только мне постоянно сейчас не везет респауна. Позицию выбрал. Где, блядь, я нахуй выбрал? Вот как думаешь, эта дверь пробивается? Станем. Я сейчас в ушах думаю, услышу. Стекло пробивается, да. Это замечательно. Могут, но я думаю, не увидят меня. Служивый! По мне хуярит. Фары врубай, Вадю! Нет, не по мне. Очень страшно. Сюда. Какое же уебанское место появления вообще лох. Так, сука, всегда, когда выход на катание. Сейчас перейдем на ту сторону. Там и тут стреляются. ВКшник с дикими хуяется. Сникерс, а не сникерс.
Будем выходить, короче, отсюда. Говно здесь место. Вроде в соседнем здании ресторан, да? Я просто точно уже не помню. Я ресторан редко тут хожу. Блять, а я забыл, короче, с собой дополнительные патроны взять. А, не беда. На, это дикий. Это дикий человек. О, сухарики, это то, что надо было. О, он что, лукашник еще был. Слышу, ползет кто-то. Кто-то меня крысит справа.
чё, бля? В смысле, нахуй? Чё это было вообще? Это чё было? Чё-то не вдуплил, блядь. Блять, может быть, конечно. Нет, не может быть, я кусты слышал. Кустов сверху нет. Что-то, блядь, нахуй было такое. Откуда он выебал? Подожди. Сейчас мы на стриме пересмотрим. Так. Тут поставим лайка. Замедление, вот прямо сейчас он меня должен убить. Может, удастся увидеть выстрел? Оба. Так, вот тут сейчас будет. Вот откуда? Этот вообще не вдуплил. На боже, что-то я затупил. Не, может он меня и вполне нормально убил. Хуй знает. Ну сзади он меня точно никак не мог убить. Сбоку. Откуда я кусты слышал, блядь? Вот откуда был звук кустов? Я вот что-то не понимаю. Ладно. Блять, понятно, что не он один. Ну не, не граната, это точно. Взрыва же не было никакого. Да и звук падения гранаты не слышал я. Чтоб она меня убила, она была должна упасть недалеко или рядом. Это точно был выстрел. Только непонятно откуда и все. Нахуй мирно расходиться с кем-то надо. Надо говорить там, типа, иди сюда, да не ссы, вместе полутаемся и кукнуть его нахуй в спину. Умные. Сегодня вообще что-то не везет. Я не понимаю, как это работает. Я думал, просто поиск не удался. А я умру, походу, да? А нет, там же должно быть ожидание игроков.
Ну причем тут такие ухо, блядь? Если бы я его видел, а может быть, не его перестрелял бы, maybe. Я его тупо не видел, блядь. Мне с респауном, сука, не повезло вообще. Куда бежать вообще хуй знает. Так. Ну, такая же ситуация, смотри, с респауном не особо-то везет. Двух ЧВКшников заебашь. Да нет, с аптечкой все нормально. Без рюкзака. Сюда специалистика двух челокашников заебашь. Из-за живота. Обычно я так перебирался, а тут он напрыгнул. Интересно, как это? Я же выжил в конце. Двух берцев заебашил. 22 и 15 уровня.
Эх, что-то реально какие-то, блин, бомжи даже без рюкзаков были. Не, ну, они со мной, они так-то не бомжи. Это я лютый бомж. Сюда, смотри, калашик сяду на дыбу. И броник с разгрузочки. Еще наушники на дыбу. Жетончиков немножко. Не, у меня был квест. Убить пистолета. А, вот убить бойцов чувака, используя пистолеты 2 из 3. А ты кого-то убираешь? Так ты не икай, блядь. Все пройдет. Не икай, и все пройдет так. Аптечку авто убираем. Берем эсмарк. Берем шину. Берем бинтик. И вот так вот делаем. Мне кажется, кто не похуй. Ебал. Хороших пушек сейчас мало. А что он говорит? Нихуя не похуй. А вот я хочу эти 36 каплей тратить. Вот оно мне нахуй надо. Тратить 36 ка. Бля, точняк, я же хотел этот хирургический набор ёбнуть. Что-то я забыл. Если СССР повезет. Даже тот же самый распаун. Разбирать не стоит. В том этаже кто-то по плитке бегает. Слышь.
Ники. Сюда жетончик тоже. Кто у нас бировец? Блять, я реально умираю, был. Сука, я не... Не надо уходить. У меня сухарики имели, а мне нельзя их есть. Мы выходим потихонечку. Если он сразу не умер, там немного времени должно быть. Никто не крысит. Никто не крысит. На удивление. Вот. Легчайший квестик. Два рейда подряд на заводе выжил. Два и квест выполнил, считай. Это, конечно, на продажу пойдет. Я не люблю вепрь, вот этот вот. ВПО, вепрь. Он 10-патронный. Винстрик, да, начался. У меня максимальный винстрик 13 рейдов подряд выжил. Это продать. Так. Ты можешь его переделать. У меня нет сверхстака вроде. Как? Ну сейчас посмотрим, подожди. Скупщику тогда его отдамок. Или барахольщику. Или скупщику. Подожди, или может механику можно. Так.
Движуха, завершенный квест. Ой, блядь. Так. Ты дурак, конечно, дядя. Так, попробуем сделать вот так вот. Так, и надо освободить вот это место. Да. Так. Посмотрим, я не помню. У меня вроде нет верстика. Вроде. Мне вроде чего-то не хватало для него. А нет, у меня есть верстак. Она. Калаш переделать, говоришь. Нет, я могу его только в оружейные части переделать. И то я... А, нет, вот могу. Для этого нужен стимул и напильник мастер. У меня нет напильник мастер, даже если я куплю стимул. Деменция, да, у меня немножко имеется. Чуть-чуть. Для биткоин-фермы. Для обогрева нужна одна коробочка спичек. Для пищеблока. Одна релешка, одна соль. Для санузла зубная паста. Ну что я, кстати, добыл этот. А, я же емелю. А, емеля не надо. Я продавал охотничьи спички. Охотничьи. Необычные охотничьи. Так что это мы не считаем. Я когда в театре бухали, вот меня тогда и кот убивало, пиздец. Сдохнуть хотелось. Столько хуёво было. Бета-версия, бета-версия. Ну, очень интересно. Лучше на 4 утра идти. На 5 утра, точнее. О, у меня 10 уровень. Ладно. Пойдем покурим. Я с чатом пойду, не сэ.
А, с ПК брата, да? Ну не, это уже как-то тупо будет. И опять в этом скайсайде, да, типа. Блять. Я молчаливый. Это тарагал, да? А, нет. Вот в этом месте я крысить хочу. И там стопудово кто-то зареспаунился. Подставлю. Там, да, в здании стреляют. Нет? Ну, сейчас. Да, все, все. Максимум стоит. Сейчас рассвет только будет. Я много где умирал. Не только тут. Тут кто-то крысит, я уверен. Слышал где-то слева звук. Я не покушал. Я еды не взял. Ебать, это он. Тут должна быть еда. Внутри офиса. Должна быть хоть какая-нибудь еда. Вот. На реке. Неплохо. Вот да. Слева, слева кто-то в комнате.
убил. Хорошо, что челы хуёво крысят. Наушники вообще, мне кажется, как-то пофиксили. Потому что очень часто не слышишь что-то. Смотри, на этой карте можно вообще без еды, без воды нахуй даже на нуле приходить просто. Карта, да, карта охуенная, я не спорю. Раньше так окно разбивалось, кстати. Теперь они разбиваются. Жестких понаходим. Пиздец, они жесткие диски нахуй. Еще на что его можно менять? Тебя все выучил про эту игру, да, блядь, все знаешь, шаришь, да, все получается. Нихуя как красить, на самом деле можно вот так вот тупо сидеть, вот так вот. Во, вот это охуенное место. Класс, я что нашел. В Википедии смотрел, значит. В Википедию смотришь. Ты дурак. Ты сегодня из-за икоты умрешь, кстати, в курсе. Чувака. Минус ЧВКшник.
Неплохое начало, согласен. Вот это да, я чувакашника убил. Не-не-не, это чувакашник был. Дикий вон там. Дикий чувакашник убил дикого за машиной, который. Он пробежал дальше. Приманка для очередных шнарей курьеров. Не могу тут лежать. Не лежится мне тут. Да смотри, карта от 9 до 10 человек. Вот если считать только чувакашников. Двух я убил. Одним являюсь. А вот это дикого я вроде уебашу. Точно в этом не уверен, конечно. Вон там бегают. Чувака бегают, походу. Ну-ка. Это дикий, вот этот. Он вообще не вдупляет, что происходит, нахуй. Куда его кинули, блин? Вон по снаряжению можно увидеть, что это чувакашник. Смотри, какие у него штаны. Я тебе отвечаю, он сейчас меня увидит и меня стрелять начнет. Знаю этих, блядь, диких. Смотри, как посветили его, кстати. Блять, нихуя их там.
кто-то идет. Везет. Здесь два диких ему. Ой, трех диких, двух ЧВКшников. Офицерский мент. Митяй Кремень, Яков ПБЧХ. Ой, блядь, не везет мне, сука, в этом Таркове. Пиздец. Как он с одной пулей меня ёбнул? С дробовика. Сколько я с дробовика стрелял, я никогда ни одного чувака с одной пулей не убивал. Я сегодня на заводе чел, чтобы меня с дробовика убить, я у него раза, наверное, 5 выстрелил вплотную. Просто вплотную ёбнул 5 раз с дробовика. Это не в стриме делал. Ну, короче, я там дикий с диким перестреливались, я предателя дикого убивал. 5 раз мне пришлось дробовика ему выстрелить вплотную, вот прям. Вот, знаете, мы дышим друг на друга, чтобы он сдох. С Тарковым пора заканчивать. С Тарковым надо закончить. Вообще, думаю, пока закончу уже. Ты там все равно сейчас скоро спать завалишься, как только икота кончится. Если она кончится, конечно. Сегодня, да, сегодня я неудачник. Ну ты пиздец, блядь, как так нахуй? А, блядь, тильт-стрим. О. Не, сегодня есть, конечно, удачные рейды на заводе. На этом и все, в принципе. Иди спать, если он нравится, да. Делать-то по сути нехуй. Понимаешь? Что тебе там делать? А, ну это классик. Ладно, давайте, прощавайте, любите глядачи. Goodbye.